Доброе утро, друзья! Реклама прошла быстро, как я и обещал. И я с огромным удовольствием хочу представить наших гостей. Сегодня в нашей студии известные тикток-блогеры. Поехали! Алина Ким, Батыр Еркин и Тамирис Данияр. Йоу, всем привет, ребята! С вами Yellow House! Уу, Yellow House! Точно! А мы-то с тобой что зарядились, стоит энергии? Потому что они нас зарядили, они же у нас готовились сейчас к эфиру. Вы видели, как они залетели в студию? Они уже там телефон поставили, уже они работают, вот, все, работа пошла. Все, уже мы в двух прямых эфирах, скажем так, на канале Алматы и у них в ТикТок, как это называется, то ладно, не буду выпендриваться. Алин, слушай, а вот это вот твой образ, он и в жизни такой же, ты вообще не отличаешься от своих образов. Да, классно. Спасибо. Теперь я понимаю, почему. Хомячок же, да, у тебя? Хома. Хом или хомяк? Как правильно-то? Никнейм у меня хомяк. А так ребята называют меня Хома. Вообще редкость, когда меня называют по имени. Да? Ты, наверное, вздрогнула, Алина. Какая я Алина? Я Хома. Иногда кажется, как будто имени даже не знают. Смотри, ты сейчас номер один в СНГ, да? Да. Среди девчонок. Потому что ты обогнала даже этих крутых российских двух звезд. Вот давай, хвастайся вот этими миллионами. Ты когда сюда пришла, у меня, говорит, столько миллионов. Давай. 28 у тебя? У меня скоро 28, через еще 200 тысяч осталось, да? Ну, считай, что уже один есть. Я сейчас вот доберусь до своего телефона, я на тебя тоже подпишусь, я буду смотреть и говорить, а я ее знаю. Так, ребят, расскажите, пожалуйста, вообще вот это увлечение ТикТоком, это... Вот для молодежи это хорошо или плохо, как ты думаешь? Очень многие ругают ведь ТикТок, да. Более старшее поколение. Вот старшее поколение ругает, а мы молодые, наоборот, как бы это. Ну, я думаю, когда поколения ругаются, это обычное дело. Потому что раньше, допустим, ругали, когда слушали там Сплин, Сектор Газа, и сейчас происходит то же самое с ТикТоком, к примеру. Это не, ну блин, ну там Сплин, блин, там такой смысл, там такие стихи, как, а сейчас, а у вас же там совсем другое. Почему ТикТок? Объясните, пожалуйста, вот девушки, как это, опытные девушки, что такое ТикТок, простыми словами. ТикТок — это приложение, позволяющее авторам воплотить свои мечты, свою фантазию в реальность, а людям, которые просто хотят посмотреть какие-либо видеоролики, смотрят и наслаждаются этим. Ну, вообще я согласна. Действительно, вот я прямо смотрю, наслаждаюсь. В отличие от молодого поколения, который рядом со мной. Он все в Инстаграме. А вы можете, ребят, сказать, кто ваша аудитория? Кто они? Сколько им лет? Чем они занимаются? Отличники они или нет? Да. Двоечники? Бездельники? У нас очень большая аудитория. В Yellow House уже стукнуло 17 миллионов подписчиков. Людей? Да. И аудитория со всего мира, абсолютно. Не только с СНГ, но и... Страшно подумать, а что вам пишут в дайректы, да? Вот это в личные сообщения. Ну, помимо того, что я тебя люблю, ты мне нравишься. Передайте привет, поздравьте с днем рождения, да? Да. Приезжайте к нам в страну и пишите свою страну. Серьезно? Да. Если вдруг захотите поехать, я с вами поеду. Все, без проблем. У меня вопрос, да. Только у Батыра не красный носик, а у вас это что? Рассказывайте. Не болеете, надеюсь? Не болеете, надеюсь? Подожди, я маску на всякий случай надену. Точно не болеете? Холодно просто, холодно. А вот смотри, девчонки такие живые, активные, а вот Батыр, человек такой, мне кажется, сдержанный. Кажется так, во всяком случае, такой образ у тебя. Но ты там раскрепощаешься же. Серьезно? Образ у меня вообще другой. В жизни один. Да. В ТикТоке другой человек. Вот. А ты давно с этим? Год. Год. Так. А я с 2016-го снимаю. О, это уже 5 лет. Это тебе было, значит, что там, 12 лет? 13? 12. Я перепутала 16 лет. Вот. Да, потому что ТикТок тогда, по-моему, еще не был, да? Да, тогда был еще мюзикли. Да, все верно. Раньше ТикТок раньше назывался мюзикли. Да. Ага, вот так. Так, Инстаграм, Твиттер я еще помню, музыки не помню, хорошо, ладно, идем дальше. Так, ребятки, скажите, пожалуйста, в чем секрет популярности в ТикТоке? Что нужно? Изначально ТикТок был, это только танцы. Это китайцы то, что придумали, да? Ну, вообще, ТикТок это тик-так, да, как бы, время, да? Ну, честно, не знаю. По-английски это так, ТикТок говорят, когда на часы показывают. В чем секрет популярности? Что нужно делать, что нужно снимать, какой контент? Внимание, контент. Выделяться. Это значит наполнение. Так. Они знают. Выделяться. Выделяться. Думаю, любой иметь ценой. Какую-то свою фишку, которая вот смотришь на этого персонажа и такой, все, я тебя запомню по этой фишке. Допустим, у Хома это мимика. Очень хорошая мимика. Ага. Так. И, конечно, постоянство. А покажи. Что? Что вы Что он мне глаза видел, как вы... Испуг.
Класс. Так, вот так. Сериалы можно брать. Так. То есть нужно быть самим собой. Нужно выделяться. Вот, вот я выделяюсь волосами. Я подхожу под ваш хаос, вот этот вот. Ну, у вас неординарная внешность. Во, видишь, вот меня вторые гости, знаешь, меня хвалят. Отлично, я под молодежь кашу. Дальше, нужно быть собой. Что еще нужно? Желание, цель. И постоянство. Да, обязательно. Каждый день выкладывать определенное количество видео. А на это в смысле каждый день? То есть каждый день? Желательно, по одному, да, видео? Да. Желательно три. Даже три? А да, еще, да, лучше, да, больше. Когда же это снимать? А в какое время? Вот... Есть какой-то алгоритм? А в ТикТоке нету... Определенного времени. Да, да, это без разницы. Можно хоть три видоса подряд, хоть там спустя 5 часов. Да, верно. Вот так вот, видишь, как здорово. Так. А скажи, вот, Алин, а вот как ты свой образ нашла, создала? Вот, как это пришло? Вот именно это Хома, Хомяк, там, ну, какие-то свои... Ну, меня в школе... Стиль свой нашла. Я была в подростковом возрасте очень такая пухлая, и в школе назвали меня Хомяком. Вот, я решила... Почему бы и нет? Я начала подкрашивать носик. И сначала я вообще рисовала усики. Вот. Здесь вот так? Да, усики маленькие. Прикольно. Олечка, рисуй на мне пока усики. Я карандашом? Начинаю. Я тебя поцарапаю. Да. Так. Потом начала носить линзы, вот такие большие. Они делают мой глаз больше. Вот. Но это для зрения, да, не для красоты. Может, и для красоты. Так, дальше. Вот. Но скажи мне, пожалуйста, вот только по секрету, Милохин тебе не писал? Милохин? Нет. Да, но мне писали большинство российских хаусов и приглашали блогеров к себе. Да. Хантили, то есть, да, тебя пытались забрать. Но ты такая, я патриотка, мало платите. Тамирис, а вот ты как нашла себя вот в этом? Какой у тебя стиль, образ? Как ты себя позиционируешь? Вообще, я новая участница хаоса, буквально новая? Месяц, да. О, поздравляем. Поэтому тебя для меня сейчас... тоже это все на ново, так сказать. Так. Но у меня, наверное, я косплеер. Так. Это я переодеваюсь персонажей. Ага. И как-то вот снимаю мемы больше. Мемы больше. Ага. Вот что-то такое. И игровой контент тоже. Так, вот я сейчас понимаю, что... Нашу программу смотрят взрослые, и они не особо-то и понимают значение хаосов и прочее. Что это такое? Давайте расскажем так. Вы собираетесь все вместе, объединяетесь и живете в одном доме. Да. Да. Да, в большом доме, в котором каждый день что-то происходит. Угу. Это как программа, где все вместе собирают на лобном месте и кого-то выгоняют из дома, да? Нет? Нет, нет. У нас все более мирно, по-хорошему. Так. Молодежь, которая выросла на Дом 2, видите? Да. Мы команда Йола Хаус, которая... Сколько у вас человек? Йола. В данный момент 7. И наш продюсер. Так, а у вас есть продюсер? Да. Вот это самое важное. Кто он? Это мистер Бом Азат. Он тоже снимает в ТикТоке. И у него 2, тоже миллиона подписчиков в ТикТоке. Чудесно. Но он взрослый же? Да. Ну вот, видишь, все. Мы команда, которая вместе снимаем каждый день и идем к своей цели. Это нарастить популярность, стать более медийными в своей сфере. Угу. И, конечно же, после ТикТока идти в другие сферы, которые каждый хочет. Плюс, когда живешь в хаосе, у тебя как-то повышается дисциплина, плюс ты живешь со своими единомышленниками. Угу. И благодаря этому вы все нацелены на достижение целей. Так, я так понимаю, что Азат, так как он мальчик, он не убирается, он не убирает дом, он не готовит еду, но он такой это добытчик, ходит там, дрова носит, не знаю, нет? Он не живет с нами? Да, не живет. Нет? Нет. А, вот. Просто как продюсер. А, вот так вот. А вот смотрите, вы же следите за мировыми тенденциями, да, в ТикТоке. Вы что-то заимствуете, повторяете, или это должно быть исключительно только личное? Если мы и повторяем, мы адаптируем. Адаптируете, мы... вот. Ага. То есть есть тренд. Вкладываем свою изюминку. А вот эти тренды часто меняются вот, в вашем... Каждую неделю. Каждую ТикТоке, неделю, да? А что сейчас вот прям на пике? Сейчас популярно. Тренд. Не знаю. А модель, может, это уже видели? Не тренд, прикинь. А? Мне кажется, это уже прошло. Это, да, это уже прошло. Прикинь, говорит, не это тренд, было прошлой неделю назад был тренд. Вот среди всей нашей команды ведущих у нас, допустим, Жолдызу Мергали, она прям конкретно сидит в ТикТоке. Угу. Я вот у нее недавно видел там что-то, как это, Человек-паук, кельды, что-то. Да. Это уже, я так понимаю, все ушло, потому что это было на той неделе, да? Да. Каждую неделю что-то новое. А были какие-то тренды, которые вы придумали, и они пошли по миру? О, да, определенно. Рассказывай. Мы
Как это? Baby, let me see you, jelly, baby. Мы, получается, придумали тренд. Покажи, покажите, покажите, прям встаньте, попробуйте, давайте, давайте, у вас так, рост позволяет. Радик, помнишь, придумал? Jelly baby. А, да, jelly baby. Можете попробуйте, вставайте. Так, получается, давайте, тут давайте. Баскетбол. Подожди, так. Так, где мне снимать? Меня тогда не было. Баскетбол, волейбол, что же я выберу? Вот туда. Как-то так? А потом я сзади нее стою. Два выбора. Потом с помощью этого тренда можно узнать друг друга получше. А, что-то типа такого. Так. Слушай, погоди, а вот я у тебя хотела спросить. Вот, ну, это же жизнь длинная же, да? Вот сейчас это пройдет, вот, может, что-то поменяется. Вы вырастете там, да? Ты сказал, что мы стремимся к другим сферам уйти. Вот ты, например, в какую потом? В актерство. В актерство. Так, это к тебе дальше, давай, так. Так, на самом деле я очень разносторонний человек. Скажи, меня и туда тянет. Скажи, на телевидении хочу. Почему бы нет? Почему бы нет? Я бы хотела попробовать. Ко мне идет. По телевидению и ТикТок. Какая вот большая разница. Тамирис, ты себя видишь через 10 лет кем? На самом деле я не знаю, но я учусь параллельно. Все. Мама троих детей, замужем. Ну ты сказал, но учусь, а ТикТокер в основном не учится. Ну, или как? Как сказать? Ну, как сказать, я не знаю. Большинство тиктокеров, конечно, именно если говорить про российских, они не учутся. Да. Им это не надо, это потому не что нужно. У них они есть говорят, деньги. Пока мы будем учиться, у нас популярность пройдет. Ты такую слышала фразу? Да, на самом деле это правда. Серьезно? На самом деле это правда. Да. И, ну, просто я учусь за границей, и как-то не хочется терять этот шанс. Конечно. Поэтому хочется учиться. Потому что это всегда потом все может поменять. Ну, ваши, как это, я даже не знаю, как назвать, сохаусники, да, скажем так, ну те, кто с вами живут, сожители, да, Паёла Хаус, смотрят нас сейчас, как, в принципе, наши телезрители, поэтому давайте передадим всем большой привет, скажем все, что хотим сказать, в общем, поток ваших мыслей, ребята, вон ваши две камеры, большие, красивые, классные для вас. Ребята, всем привет! Мама, я в телеке. Вот, я хотела сказать, родителям-то привет передайте, они вас не видят, вот сейчас вот прям увидят в прямом. Мама, бабушка, привет, как вас дела? Мама, Айгуль. О, молодцы, как Динара. Аминара, Галия. Все передали. Супер, ребята, ну вы вообще молодцы. Вы горите, спасибо. Вы живете этим, это отлично. У вас есть у всех цели. Спасибо вам огромное, что вы были сегодня с нами, нашли время. Кстати, рано вставать тяжело, нет? Нормально было? Нормально. Привыкли. Наши люди. Наши люди. Друзья мои, мы продолжаем.